Аграрии Карагандинской области представили плоды своего труда столичным жителям. В минувшие выходные на центральной площади Астаны прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. В ярмарке приняли участие 9 районов и 5 городов нашего региона. На продовольственном празднике в столице побывала и наша съемочная группа. Карагандинские аграрии привезли в столицу около 800 тонн продуктов на сумму более 140 миллионов тенге, в том числе 500 тонн овощей, 75 тонн мясной и 14 молочной продукции, 28 тонн хлебобулочных изделий, а также колбасу и рыбу. Ассортимент самый разнообразный, а цены непривычные для гостей и жителей столицы. Сравнительно, все сравнение в жизни. Конина здесь по 1500, по 1300 можно купить. Но у нас в Алмате от 2000 и выше. Правильно? Есть с чем сравнивать. Картошка, например, здесь есть и 40 тенге, у нас по 60, по 70 в Алмате. Нужно отметить, что попасть на столичную ярмарку мог не каждый производитель. Власти говорят, что отбор шел очень жесткий, главные критерии которого стали качество и цена. Товаропроизводители, которые отвечают этим требованиям, были отобраны и представляли продукцию на территории Астаны. Особенность ярмарки то, что сегодня Карагандинская область завоевывает позиции по производству картофеля и свинины. Надо сказать, что впервые за последние годы Карагандинская область продала на 20% яичной продукции больше, чем в прошлом году. И данная продукция, мы ориентируемся на продовольствие такой из Астаны и направим город Астану, продукция, которая производится на территории Астаны. По традиции ярмарка сопровождалась концертной программой и фестивалем баурсаков и кумыса. Праздник удался. Спасибо Карагандинской области за предоставленную возможность столичным пенсионерам закупиться по низким ценам. Главное, что качество продуктов на самом высшем уровне. Рыбу купила. Так, щуку купила. Хочу сказать большое спасибо устроителям такой большой грандиозной ярмарки у нас в Астане, в Карагандинской области. Поблагодарить Акимат за предоставленные нам такие услуги. Спасибо большое. Цены у нас, ваши нас очень удивили. Приезжайте к нам еще. Привет, большой Карагандин.